партнер проекта медицинский центр «Медиана». Сейчас, ну, лучше, мне кажется, ипотека. Потому что те же деньги, что за жилье отдаешь, также можно платить за ипотеку. Ну, лучше иметь собственность, я так скажу. Аренда – это деньги впустую, а ипотека – работаешь на себя. Ну, я думаю, что все-таки выгоднее ипотека. Всегда лучше платить за свое собственное жилье, нежели платить кому-то за то жилье, которое не будет принадлежать вам. Конечно, за свое жилье лучше платить, когда есть денежные средства, но в данный момент, что такая ситуация у нас в стране происходит, что я думаю, что ипотека невыгодна. Это лучше ипотеку, наверное, взять. Арина, а ипотека, есть какая-то возможность хотя бы это жилье в дальнейшем иметь? А аренда-то так, деньги на выброс. Свое жилье, оно всегда дорого. Кому-то платить я бы не хотела. Я за свое жилье. Я думаю, что ипотека, потому что все равно так или иначе тебе приходится платить за жилье. И выгоднее деньги вложить уже в свое, чем снимать.